И всем привет, друзья, с вами Арнополда. И в итоге хотел вам показать, как двигать карту в BuildaBot for Treasure. Да, вы не ослышались, все правильно. Благодаря этому багу вы сможете сдвинуть любой кусочек карты. То есть, например, вот эту стену, воду, там, не знаю, песок, все что угодно вы сможете сдвинуть и тем самым разломать карту. Как я знаю, этот баг довольно старый, и многие про него уже слышали, но не все знают, как его делать. И именно в этом ролике я хотел вам показать, собственно говоря, как его совершить. И перед началом я хотел бы также упомянуть то, что этот баг является локальным. Так что, к сожалению, как-то так. Но даже с учетом всего этого, это довольно круто. Ладно, давайте приступим к созданию бага. А данный баг я позаимствовал у известного вам челика под названием Fluffy Rock 101. И за что ему огромное спасибо, собственно говоря. Давайте приступим к созданию бага. Для него вам понадобится, господа, один тортик, один блок. Потом гарпун абсолютно любой. Также вам понадобится связка с оружиями. Ну, с ружьями, с пистолетами. И самое трудное, это вам понадобится рулетка. Если у вас нет рулетки, то баг, боюсь, выполнить не получится. Так, давайте начнем. Сперва нам нужно выключить здесь Anchor. Это очень важно, потому что иначе ничего не сработает. И начинаем. Мы ставим таким образом стул. После этого на него садимся и... При помощи тортика закрепляем его на стульчик, чтобы он у нас вот так вот в животе застрял. Затем мы берем абсолютно любой блок, ставим его на торт. Та-дам! И после этого нам понадобится гарпун, тоже абсолютно любой. Я буду использовать золотой, вы можете использовать там рождественский, хэллоуинский, обычный. Какой вам нравится. Все, после этого мы убираем сидушку. И берем оружие. И сейчас это самый трудный момент, наверное, в этом баге. Вам нужно вот так вот сделать и выстрелить при помощи гарпуна в ружье. Пам. А, извиняюсь, неправильно. Мы сначала выбираем гарпун, потом берем ружье и стреляем гарпуном в ружье. Па-бам. Все, та-дам. Если у вас он прикрепился вот так вот к ружью, то все хорошо, да. Поздравляю, вы все сделали. Гарпун можно задвинуть. И баг готов. Да, баг готов. Сейчас вам, собственно говоря, расскажу, как им пользоваться. А пользоваться им очень-очень легко. Например, давайте сдвинем воду, потому что она достала, она постоянно убивает. Почему бы нам от нее не избавиться? Так, давайте отойдем от нее подальше. Стреляем гарпуном по воде. После этого мы берем рулеточку, выделяем блок под нами. И после этого мы берем седьмой слот, то есть пистолет, па-бам. И тадам, вода у нас находится вот тут вот. Она телепортировалась к тому месту, где мы стояли, и теперь она вот так вот очень странно на всю карту расфигарилась. То есть, как вы видите, этот баг очень-очень крутой. Вот, мы сломали, господа, воду. Вон, видите, там песок чуть ли не до конца. И теперь, по идее, можем по нему ходить и не получать дамаг. Хотя, если дамаг у нас идет от песка, то все-таки мы его получать будем. Нет, мы не получаем дамаг. И, собственно говоря, мы можем ходить просто по песку. Оп, все, мы едем без дамага. И все у нас хорошо. Также я не знаю, можно ли двигать деревья. Давайте посмотрим, попробуем это сделать. Па-бам. Опа. Оп. Оп. Да, мы можем даже двигать куски деревьев. Смотрите, это дерево стало карликовым, таким маленьким. То есть, этот баг настолько крутой, то, что можем абсолютно любой кусок карты, закрепленный кусок карты, передвинуть. Ну, давайте, например, у синих передвинем флаг. Почему бы и нет? Зачем он тут нужен? Уберем столб. Опа. Стреляем. Па-па-бам. Затем тарам, па-бам. Все. Теперь у них флаг летающий. И, собственно говоря, вот такой вот прикольный баг. Теперь мы можем разломать всю карту к чертям, и от нее ничего не останется. Почему бы нет? И, скажу вам больше, можем даже убрать вот этот песочек. Ой. А почему он меня телепортировал сюда, мне даже интересно. И, по идее, чтобы нам сдвинуть песочек, нам придется тогда пролететь под карту. И уже под картой его закрепить. Я надел ультра джетпак. Ну, в целом, если вы хотите повторить туда, тоже надевайте джетпак. И тадам, мы под картой. Теперь мы можем с помощью гарпуна выстрелить сюда. После этого мы выделяем блок. 7 и... Па-бам, почему он не сдвинулся? Почему-то он не сдвигается. Попробуем еще раз. Оп. Все, мы сдвинули песок. А, помогите. Так, задвинем гарпунчик. Все, тогда вам поздравляю. Теперь
У нас тут гигантская дыра посреди карты, и в которую вы можете провалиться. Вон там даже еще у нас видно кусочек елки. Так, 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 поднимаемся. Во, гигантский сок по карте. Причем хочу вам сказать то, что если смотреть пример от лица другого игрока, то когда вы сюда провалитесь, для него провалитесь просто под воду. То есть вы просто идете на воду и проваливаетесь. В целом, как-то так. Думаю, больше особо вам показывать ничего не буду. Дальше вы сделать все можете сами. Единственное, что мне интересно, что будет, если мы передвинем с точки для спавна. Нас будет спавнить тоже в этих точках или нет. Ну, это, господа, вы проверьте сами, потому что точек для спавна очень много. Ну, в целом, как-то так. Всем вам, ребята, огромное спасибо за просмотр. Если вам понравился ролик, можете там лайк, дизлайк поставить. Можете там, если хотите, подписаться, ну, как желаете. Ну, с вами, собственно говоря, был я, Ранаполда. Всем удачи, всем пока. Не пытайтесь сдвинуть точку спавна, у меня все к чертям сломалось, у меня оторвалась эта фигня с группуном. Короче, не надо, не пытайтесь, это бесполезно. А еще теперь могу делать вот так. И при помощи портала телепортироваться под землю. Пам. После этого мы берем рулеточку. Ой, извиняюсь. Фак.